Ну что ж, теперь я объясню культурно, аккуратно, чтобы до человека дошло. Давайте заодно включу, послушаем фоном, что он там говорил. Кстати, всем рекомендую послушать его, я не помню какой, но это последний или предпоследний стрим, когда он по Москве ходил. 30 ноября вроде. Там, если слушаться слова, там все можно понять про человека. Не знаю, что делать. Вот этот вот. Ну, что-нибудь придумаю обязательно. Как он ходил, искал деньги на такси или на что-то там. Во, как на остановках. На ставках выиграл и на такси рубля нет. Федор, а я эти деньги так и не снял. Мне ему не даже дают, лояльные деньги. Его подписчики говорят систему. И предъявляют. Что-то с тобой не то, с намеком типа. Там... На ставке есть, уебал, а на половину. Такси нету. Короче... Я не буду, это слишком долго, ребята. Если кому интересно, тот сам найдет и посмотрит. Я говорю, напоминаю. От 30 ноября этого года. Смотрите, а то он может удалить, и стрима не будет. Я вообще не знаю, зачем он. Может, он уже удалил, я не знаю. Ну, короче, этот стрим, он против него явно. Но пока он еще у него вроде висит. Смотрите. Чем бомбилу найти. Сейчас я попробую рассказать, в чем ты не прав. Бомбила попросит рубля полтора. Такси стоит. В чем ты не прав, Рощупкин Александр Николаевич, как тебя там шутят над тобой и правильно делают. Федор, да, не приходит мне смс. Должно прийти смс вот, с кодом. Я должен ввести код. Вот, а такое он... сочиняют на ходу, что просто невероятно. И самое интересное, кто-то еще, хотя даже вот тут некоторые преданные его люди начали сомневаться в том, что он говорит. И второй раз я не стал, короче, писать. Я, кстати, с интересом посмотрел этот стрим. Хотя я давно уже все про него понял, но стрим был познавательный, скажем так. Сейчас, кстати, важный момент. А то бы сейчас эти деньги проебал, свои бы начал заряжать. Поняли? Он деньги проиграл не свои, а ваши, которые вы ему кидали. Я уж не знаю, на что вы ему кидали эти деньги. Но он проиграл не свои, проговорился. Так что, может быть, да, это и к лучшему. Так что, послушай меня, неуважаемый человек. Твоя тема... Или что-нибудь такое, блядь. Твоя тема вот эта вот «помощь людям» в кавычках на вокзалах, она уже все закончена, не прокатит. Так что я не знаю, что ты будешь делать, переориентировать канал, удалять видео или удалять канал. Конечно, ты не будешь это все. Но тебе нужно что-то делать. Потому что люди все видят и все уже поняли, даже самые не очень развитые умом уже многое поняли про тебя. Собирать ты уже ничего не сможешь. Жопу на британский флаг разорвать. Что я тебе могу посоветовать? Я тебе могу, кстати говоря, посоветовать, что ты смотри поаккуратнее про эти темы, что ты там как крысиная печь не шутит про тебя. Ты зоны греешь или лагеря, куда-то ты там своим этим... зальным каким-то, я не знаю, 100 рублей или 200 кидаешь. Ты, если такие вещи делаешь, тебе на слово никто не поверит. Ты, если кинул, ты показывай скриншот или лучше всего делай видео из истории своего банка, не знаю, Сбербанк, ВТБ или Тинькофф. Ты показывай, что ты и кому кидаешь, потому что на слово тебе, козлу, вот такому вот, тебе уже никто не поверит. А если ты будешь и дальше этим заниматься... Я лично тебе угрожать не буду. Я тебе скажу, что если, к примеру, я тебя увижу на Савеловском, на трех вокзалах, на Курском, ну где я могу быть, на Рижском, еще где-нибудь, не имеет большого. Я к тебе подойду и задам просто ряд вопросов, на которые ты вряд ли сможешь ответить нормально.
Ну, это ладно так. Я думаю, ты знаешь, ситуация с Диким то же самое. Но такие люди, как мы, это полпроблемы для тебя. В будущем может возникнуть больше проблем из-за твоего языка. Кто-то, скажем так, человек, приближенный к этой вот тюремной лагерной жизни, реально может узнать про твой канал и спросить уже всерьез. Так что на этот счет я бы лучше у тебя, скажем так, ты как-то лучше бы переориентировал свой канал, потому что это может плохо кончиться для тебя. Что-то произойдет нехорошее. Ну, опять-таки, я говорю, это уже не от Дикого или от меня, или еще от кого-то, а от кого-то совсем неожиданного, от которого ты не ждешь. Но кто-то может спросить того, кого ты не знаешь. Так что будь аккуратен. Ты, может, и не знаешь, а вот твою рожу очкастую знают многие в Москве. Так что смотри. Береги себя. И ходи аккуратнее, оглядывайся. Или есть безопасный вариант. Уходи от этой темы. Говори, что канал все, закрывается или переориентируется. Сиди, шей там свою эту вот одежду, диваны, кресла, что-то там делаешь. Это ладно. Но вот кому-то там помогать, ты лучше об этом не распространяйся. Как говорится, не труби перед собой. Если делаешь добрые дела, делай тихо как-то. Или вообще не делай. Или давай отчет. Потому что на слово никто не поверит. Ну ладно, я немножко уже затянул, так что давайте, ребята. Если будет повод, запишу еще что-нибудь. Удачи всем.